Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Hits Cash. Немного информации, друзья. Нам нужно в обязательном порядке установить двухфакторную защиту. Сначала мы устанавливали здесь пин-код из 6 цифр. Теперь же нужно установить двухфакторную аутентификацию. Вот здесь в самой последней графе вкладочка Setting нажимаем. И вот у нас видим, да, персонал, форум. И вот последняя аутентификатор. Вы сюда нажимаете. У меня уже установлено. И вам нужно будет сканировать штрих-код, но прежде чем сканировать, у вас внизу будет еще помимо буквы, символы, это все скопировать или переписать на бумажный носитель или файл, все это сохранить, если как бы не дай бог что с телефоном, чтобы можно ввести вот эти символы при входе в кабинет. Понимаем это, так как взламывают кабинеты. Согласитесь, неприятно будет зайти в свой кабинет и обнаружить то, что баланс по нулям. Что случилось со мной? Значит, Виндра в History. Я в один прекрасный момент зашла в кабинет, у меня баланс был по нулям, так как у меня взломали от 19 марта, видим. Кто-то вот вывел 2.81 на Perfect Money денежку. Вот. А вот это уже 3 апреля. Это мой вывод. Я Perfect Money вообще не пользуюсь. Я им пользуюсь в том случае, если нет платежной системы Pair. Тогда вот только тогда я уже перехожу на Perfect. А так в основном я вывожу на Pair. Так что у меня здесь два вывода. Кто-то вот нажился. И теперь, друзья, по поводу вывода денежных средств. Когда мы изначально регистрировались, минимальный вывод был 2 доллара. Теперь администратор поднял вывод до 5 долларов. Так как мне пишут в комментариях, почему вывод 2 доллара у вас, а когда вывод минималка 5 долларов. Ну так вот, это уже поднял администратор до 5 долларов вывод. Бог с ним, с этим, то, что поднял. Для меня самое важное, самое главное, конечно же, чтобы проект работал и платил. И, друзья, когда вы выводите, не забываем оставлять отзыв на форуме. Так, вот здесь форум, я показывала видео, я оставляла. Иначе нам не дадут вывести денежку, пока мы не оставим отзыв. Потому что администрация дорожит проектом. Правильно, чтобы были отзывы положительные и скрины о том, что проект работает и платит. Ну, в принципе, это все. В данный момент я на, у меня 3 уровень. Ну и на балансе у меня 2.85. Я поддерживаю пока 3 уровень и помаленечку уже собираю денежку на вывод. Ну а когда я буду сделаю вывод, естественно, я буду записывать видео о том, что проект платит. И еще один момент. Не забываем то, что это еще и рекламная платформа. И здесь можно рекламить, друзья, свои проекты. У меня вот баннер кредит, вот этих нету. Так, а баннер кредита, вот у меня 42 тысячи было больше, естественно, я здесь. Вот здесь advertising, вот это мы нажимаем. Нас перебрасывает, кто не знает. И вот у меня моя рекламка. Вот. И как бы можно перевести на русский это все. Вот. И вот моя реклама, вот это просмотры, вот это клики, как мы видим, да? Кого-то интересует реклама, и естественно
кликают на рекламку и просматривают. А здесь нажмите, чтобы добавить новое объявление. Здесь вы название пишете короткое. Сюда свою реферальную ссылочку, а сюда ссылочку на баннер 468 на 60. Ставите галочку, нажимаете «Отправить». Потом вы идете куда? Так, давайте я вернусь, чтобы показать. Вы нажали туда, переходите на свою, вот сюда вас перебросит. Далее что? Нажимаете «Выделить» вот сюда. И сколько рекламных кредитов, там 1000, 2000, 5000. И нажимаете как бы «Сохранить», и все, и у вас рекламка в работе. Вот таким вот образом мы рекламим свои проекты. На этом все. Надеюсь, моя информация была вам полезна. Всем удачи, больших заработков. Продолжение, естественно, будет следовать. До новых встреч!